Джек, Джексон. Сергей? Свет. Простите, пожалуйста, я обозналась. Свет. Не трогайте меня. У вас руки холодные, как у покойника. Свет. Отпустите меня. Света. Джек, пойдем. Свет. Пойдем, Джек. Джек, пойдем. Свет! Вера, я понимаю, что не в магазин. В какую больницу? В центральную. Юрий Владимирович, разрешите зайти без разрешения? Паша, нет времени на художественную самодеятельность. Что у тебя? Вот видео из банка. Лучшие моменты месяца. Так, ну и кто же посягнул на вклады покойного Воробьева? Остается тайной. Как это? А запись? Увы, шеф, но наш псевдо-Воробьев не попал в рейтинг лучших моментов месяца. Паш, ты можешь объяснить по-человечески? Ну, вот эти айтишники, они переустанавливали софт для видеонаблюдения. Но эта процедура занимает минут 20, и в эти 20 минут приходил наш клиент. Тогда зачем ты это принес? Отчетностью. Да какой нафиг отчетности? Что вы реально отсылали меня в банк, и что я выполнил ваше задание. Кстати, я готов к новому заданию. Хорошо. Паша, погуляй где-нибудь минут 15, пока я с бумагами не закончу. Хорошо. Я к соседям к нашим зайду. Они забавного бомжика приняли. Пытался толкнуть этот новенький карабин с оптическим прицелом. Паш, мне кажется, это еще здесь. Все, я ухожу. Кстати, этот бомжик сказал, где он нашел ствол. Это было на той же улице, где находился офис покойного Воробьева. Паша. Все. Стоять! Где, говоришь, бомжик ствол нашел? Пиши. С моих слов. Автограф не забудь. Виталий Сергеевич, прошел слух, что ты тут банду торговцев оружием обезвредил. Вот он, главарь мафиози. Никифоров Константин Владимирович. Без определенного места жительства, бродяжничества, мелкое хулиганство. Никифоров, а расскажи мне еще раз, как дело было. Ну, я же инициатор микрофон. Вон протокол, там все записано. Знаешь, авторское исполнение лучше передает атмосферу. Давай, Никифоров, иди. Значит,
вот эту шпайку я нашел на чердаке. Ну и думаю, что мне с ней делать? Решил продать. И ты поперся на парковку у закусочной, где народ в своих авто гамбургеры точит. Ну а что? Там люди состоятельные. 3000 для них не деньги. На пару слов. Петров! Покараули его. Слушай, ему верить можно? По поводу закусочной? Ну да. Исаев, если бы я сам там не был, тоже подумал бы, что анекдот. Он когда в первую машину с этой рушпайкой заглянул, ему еду бесплатно отдали. Смешно. Можно я тебе это ружьишко на экспертизу одолжу? Позаимствую. А позаимствуй. Спасибо. ИБС. Ишемическая болезнь сердца, а точнее, нестабильная стенокардия. А это серьезно? Это последняя стадия перед инфарктом миокарда. Ну, вот и судите, серьезно или нет. Слушайте, надо же лечиться. Безусловно. Но, как вы понимаете, не бесплатно. Понятно. Сколько это стоит? Для начала нужно сделать стентирование коронарных клапанов. Угу. Вот. А стент стоит от 3500 больше. Рублей? Рублей. Американский. Какой стент лучше купить? Ну, только не дешевый. Угу. Ну, и в дорогом тоже потребностей нет. Я думаю, 1000 за 5 будет в самый раз. Хорошо. Спасибо. Можно к ней? Нельзя. В ее состоянии даже разговаривать запрещается. Ну, вот одно. Ну, хорошо. Только на 2 минуты. До свидания. До свидания. Валя. Валя, что мы будем делать? Пеночка, все в порядке. Занимайся своими делами. Я разберусь, ладно? Валь, скажи мне только честно, я очень плохая мать. Ну, что ты говоришь, а? Ну, тебе плохо со мной живется? Мамка, ты у меня самая лучшая мамка на свете. Да ты почему ты захотел умереть? Прости меня, мам. Он не прав. Очень сильно не прав. Валь, дай мне слово, что ты не умрешь раньше меня. Мам, ну что ты начинаешь, а? Не представляешь себе, что со мной было, когда тебя в больницу повезли. Я больше второй раз этого не переживу. Когда дети хоронят родителей, это нормально. Только не наоборот. Будет хорошо. Спасибо, сын. Паша! Господи! Хорошее место. В офисное здание, как на ладони. А вы думаете, после именно Мазурова, да? По крайней мере, хотелось бы так думать. Нужно свет не загораживать. Извините. Вы не стеклянные. Марк Александрович, можете уже что-то сказать? Только первое впечатление. Излагайте. Значит, киллер наш среднего роста, размер обуви 45-й, судя по глубине следа, вес от 80 до 110 килограммов. Ничего себе разброс. Так ведь я не лаборатория. Более полные выводы будут позже. Это все? Да, сейчас. Судя по разнице количества пыли на следах, он был здесь около недели. Да, и самое главное, он далеко не профессионал. Ну, это я сразу же понял. Я тоже. Серьезно? Готовь рамку. Какую рамку? Для почетной грамоты. Юрий Владимирович. Понял он. Тебе понималку еще поливать надо, чтобы выросло. Так, господа, я закончил. Интерес к данному помещению пропал полностью. Тогда мы тоже сворачиваемся.
Валя, документы где? Валя, документы. Вон. Валюх, у тебя все нормально? Что-то случилось. Нормально. Слушай, я тебя 1000 лет знаю. Если ты так говоришь, точно что-то случилось. Мать в больницу попала. Прединфарктное состояние. Да ты что, Маргарита Степановна? И что? Деньги на операцию нужны. А я по нулям. Сходи к Метельскому, поговори. Я ему, знаешь, сколько торчу. Ну, торчишь, дальше что? Это же другое. Он в этом смысле вроде нормальный мужик. Может помочь. Думаешь? Точно. Народ, слушайте, у Вали мама в больницу попала. Срочно нужны деньги на операцию. Давайте кто сколько может. Спасибо, Саша. Спасибо, девочки. Спасибо. Да. Борис, спасибо. Прям как в метро. Спасибо, Марина. Извините, что мы к вам обращаемся, сами мы не местные. Максим Олегович, искренне желаю вам избежать подобной ситуации с вашей мамой. Да я-то уж попробую избежать. Спасибо. А вот Валенок довел собственную мать, а мы, значит, теперь сбрасываться должны, да? Тебя никто не заставляет. Меня не надо заставлять. Помочь ближним – это святое дело. Отпечатки? Отпечатков много. Бомж этот карабин заляпал со всех сторон. А стрелок? Пальчики стрелка покоятся под пальчиками бомжа. Но один толковый отпечаточек мне таки удалось выявить. И я его даже пробил по базе. Ну, кто стрелок? Лихарый Освальд. Прикинь? Марик, ради бога. Извини. Ну, наш стрелок никакого отношения к криминальному миру не имеет. Это если верить базе. Понятно. Ну, хоть какая-то ясность. Спасибо тебе. Да есть за что. Прикольный чувак. А что это у тебя такое настроение-то веселое? Может, мне тебе его испортить? А за что? За все. Между прочим, я тоже без дела не сидел. Вот. Ну, что это за схема пожарной эвакуации? Это план офиса Мазурова и Воробьева. Зеленым цветом я пометил мелкие офисы арендаторов, которые выходят на Поварскую окнами. А красным цветом это офис Мазурова. Окна выходят во двор. И что нам эта разукрашка дает? Ответ на вопрос, кого пас киллер. Если бы ему нужен был кто-то со стороны Поварской, то он давно снял бы его через окно. А если бы ему нужен был кто-то из офиса Мазурова, ему пришлось бы пасти выход. Именно. Молодец. С меня вторая грамота. Юрий Владимирович. Хорошо, просто хвалю.
Валя, как ты меня напугал? Ты меня вообще тоже напугала. Слушай, а ты что, ты нашел деньги? Где? Мир не без добрых людей. Это... Хватает? Пока нет. Вера, извини, мне нужно бежать. Надо где-то еще найти. Валя. О. Я вот тут принесла. Здесь 50 тысяч. Спасибо. Ну и как вам аппарат? Никак. Я вообще пока не понимаю, зачем вы меня вызвали. Сейчас объясню. Это охотничий карабин. Ну, из такого запросто можно убить человека. Допустим. Я не понимаю, где в этой логической цепочке моя скромная персона. Есть основания полагать, что из этого карабина хотели убить именно вас. И хотелось бы ознакомиться с основанием. Этот карабин был случайно найден на чердаке дома, расположенного напротив вашего офисного здания. Ну и что, в этом здании много офисов? Верно. Но личная охрана только у вас. И что? Я не понимаю, где логика? Киллер находился на позиции несколько дней. Так. Если бы у клиента не было охраны, он бы сделал свое дело в первый же день. И потом сначала Воробьев. Вполне вероятно, что следующая цель – это вы. Ну, впрочем, пока это только версия. Допустим. И что мне теперь делать? Я думаю, как и прежде, быть осторожным, а там видно будет. Спасибо, успокоили. Дети, здравствуйте. 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 В каком кабинете Светлана Шевердина преподает? Светлана Геннадьевна, 212-м. Спасибо. Юра, что ты здесь делаешь? Света, нам нужно поговорить. Пойди 5 минут погуляй, ладно? Перерыв 5 минут. Юра, что с тобой? Света, у нас серьезная проблема. У нас? Что случилось? Какая проблема? У нас. Похоже, люди, которые убили Сергея, на этом не остановятся. Понимаю, что ты имеешь в виду. Я был у следователя. Они нашли место возле офиса, чердак, с которого за мной охотился киллер. В общем, нам срочно нужно уехать из города. Нам? Не будь ребенком. Ты что, не понимаешь? Это очень серьезно. Я никуда не поеду. Я не понимаю, мам, а ты куда вскочил-то? А? Может, рано еще пока вставать? Они только ведь деньги выколачивают, а это здоровье человека у них на 10-м месте. Подожди, я не понял, ты куда собралась-то? Выписываться. Так, мам. Если я нормально чувствую, все, хватит, належалось. Так, ну подожди, сядь, еще никто никуда не выписывается. Подожди, ты чего? Валентин, хорошо, что я застал вас. Вот, хорошо, что я вас тоже застал. Доктор, скажите ей, пожалуйста, что никто никуда не выписывается. Понимаете, больница просто так не может держать пациентов. Приступ мы сняли, состояние стабилизировали пока. На операцию вы не идете. В общем, главврач просит подготовить документы для выписки. Готовьте операцию. Деньги есть. Вызывали? А нет, ты сам догадался. Падай. Значит так, слушай меня внимательно. За мной идет охота. Это факт. Свету тоже пасут. Поэтому какой напрашивается вывод? Какой? Правильно. Нужно свалить из города и какое-то время не отсвечивать. Так что мешает? Светлана. Она не хочет никуда ехать. Поэтому... Ну, мало ли, что она не хочет насильно вывезти. Слушай, ты когда-нибудь в уголовный кодекс заглядывал?
тогда я не знаю. Молодец. Нужно сделать так, чтобы Светлана захотела уехать. Все, все, я все сделаю. Я могу идти? Да, конечно, давай, спасибо, работай. Спасибо. Светлана Геннадьевна, стойте Как Маргарита Степановна? Ничего, нормально. Готовит к операции. Понятно. Вот, держи. То, что на скутер кайдал. Неважно, бери. Не понадобится, отдашь. Спасибо, Сань. Сань, еще одно спасибо авансом, а? За что? За скутер. Ну, это уже наглость, Сань. Очень надо, Сань. Спасибо, брат. Валь, шлем! Да понял я, понял, ну. Ну на ящик я сбрось. Давай. Ну что, где Светлана Геннадьевна? 10 минут просила. Ну, давайте, шевелите копытами. Там 2 чемодана, а вы как беременные черепахи возитесь. Ну, давай, иди, ну. Понял, сейчас сделаю. Светлана Геннадьевна, это все? Да, Леш, неси все в машину. Пойдем, Джек. Не нервничай, все будет хорошо. Успокойся. Успокойся. Что это? От меня. Ничего себе. Смотрите, вы подарили Сергею брелок! Как это возможно? Все нормально? Давайте в машину тогда. Беги уже, беги. Хорошо. Спасибо. Ну, куда мы приехали? В одно очень красивое, уютное место. Вам смотри, Джеку уже нравится.
Джеку нравится везде там, где есть я. Ну, ты знаешь, собственно, я не очень сильно от него отличаюсь. Да? Ну, с таким успехом мы могли бы просто переехать к тебе. Свет, сейчас там неспокойно. Неспокойно, опасно. Там опасно, сям опасно. Вся жизнь одни сплошные опасности. Свет, ну не начинай. Ну ты же видишь, что происходит. Но твою квартиру перевернули вверх дном. О своих неприятностях я вообще молчу. Давай не будем их притягивать. Давай поживем здесь, здесь спокойно. Почему? Ну, хотя бы потому, что об этом месте никто не знает. Скальная живопись? Я, конечно, все понимаю, но тебе свободное посещение лекции наш деканат вроде не выписывал. Я был у матери в больнице. Полдня? Что сидишь и рисуешь? Тебе не рисовать, а пахать надо, чтобы долги вернуть. Сечешь проблему? Прекрати, нормально, давай. Ну все, мы уже даже не моргнули ни разу. Все. Ну, мне кажется, давайте да. Еще раз, молодые люди. Нет, давайте не будем, потому что я на следующей фотографии хуже, чем в предыдущей. Не надо. Девушка, поверьте профессионалу, ваше лицо не испортит никакой дубль. Ну, действительно, давайте не будем, потому что желание моей девушки для меня закон. Закон, как что? Скажете. Да. Фото будет через час. Спасибо большое. Желание закон? А я желаю поцелухи. Поцелухи? Алло, Петр Николаевич. Здравствуйте. Вам удобно говорить? Вас беспокоит друг Сергея Воробьева, Валентина Харьков. Здравствуйте, вас ожидают? Да, Петр Николаевич. Пойдемте, я вас провожу. Значит так, через час подъезжай ко мне в офис. Пожалуйста. Мы поставим все точки над «и» и все. Пока. Прошу вас. Извините, я… Да, что? Харьков Валентин Владимирович. Очень приятно. Взаимно. Я вас слушаю. Сергей много рассказывал о вас. Да, хороший был парень. Толковый. Очень жаль, что так все. Он даже рассказывал, вы как-то на рыбалке вместе были, в Ахтубе. И вы там сама вытащили что-то килограмм 23, что ли? 24.
Мы с Сергеем встречались незадолго до его гибели. И он мне дал ваш телефон. Он обещал, что позвонит вам и предупредит о моем звонке, но билет не успел. Увы. Петр Николаевич, я просто Сергею предложил одну схему оборота автозапчастей. Он ее посмотрел, ему понравилось. Ну, он сказал, что это ваша епархия. Ну, если Сергей такое сказал, значит, в этой схеме он что-то увидел. Да он и сам был мастак на всякие идеи. Ну, что это за схема? Я вам сейчас покажу. Не сплю, заходи. Привет. Привет. Здорово, псина. Сама, я чего? Пойдем, может, перекусим? Спасибо, я не голодна. Ну, чаю попьем на свежем воздухе, а? Хорошо, я сейчас приду. Жду. Ну, вот как-то так. Схема, на самом деле, рабочая, и она опробовано в других отраслях. Ну, по крайней мере, там, где есть там, понятие комплектующих и запчастей. Ну что ж, Валентин, вы меня удивили. Интересно мыслите. Интересно. А если я вам сейчас скажу, что все это туфта голимая, заверу у вас эту схему, как вам такой расклад? Чего вы улыбаетесь? Думаете, не смогу вас кинуть? Я вообще не думаю. Я просто знаю, что Сергей не ошибался в людях. Это точно. Хорошо, а теперь о сроках. Значит так, я привык работать быстро. Чтобы к завтрашнему утру был готов весь пакет документов, визируем и вперед. За мной не заржавеет. Прости, Валентин. Можно на ты? Да, конечно. Знаешь, что-то на меня воспоминания нахлынули. Давай Сергея помянем. Хороший был человек. Обидно, что таких становится все меньше и меньше. Хорошо, что ты меня нашел. Чем-то ты его напоминаешь. Не могу понять, чем. Скажи, а вот эта вот подпись завизирована самим Зброевым? Ну да. А что? Не, ничего. А вот эта вот сумма контракта, она написана правильно? Абсолютно. Не, ну ты понимаешь, что для нас это астрономия? Ну, когда-то мы должны же выходить на орбиту. А я же раньше был-то с этой схемой. Ну, как? Разрабатывал? Слушай, вот это вот что-то. Ты понимаешь, что... Федор Иванович, только у меня одно условие. Какое? 10% от суммы сделки мне. 10%. И налом. Да ну ладно, не слишком жирно это было. 5%, все, хватит. Федор Иванович, 10%. Ну, не заставляйте меня уходить к конкурентам. Подожди, подожди, Валентин. Ты знаешь, ты какой-то... Ты изменился вообще. Ладно. 10% твои. Договорились, иди работай.
Юр, мне нужна машина. Машина? Зачем? Ну, мне надо в город, к доктору. Что случилось? Ты заболела? Да нет, ну просто... Ну, женские дела, можно без подробностей. Свет, ну, ты же знаешь, мы тут на осадном положении. Что теперь? Помирать на осадном положении, что ли? Хорошо, а какой врач нужен? О, Господи. Свет, подожди. Свет! Гриш! Короче, надо сюда врача привезти. Какого врача? Ну, этого женского. А, ну понял, сделаем, сделаем. Здравствуйте, Петр Иванович, можно? Валентин, заходи, что у тебя? Петр Иванович, я отследил сделку с фирмой Збруева. Деньги вчера к нам пришли. Ну да, пришли. И что? А мне обязательно нужно напоминать про 10%? Царь иудей, отличавшийся крайней жестокостью. Ну, тогда это была последняя сделка от меня. Стоять, подожди! Ну, это шутка у меня была. Куда ты пошел? У вас еще все с тобой впереди. Я все приготовил. Вот, Валь, на. Смотри, забирай. Могу? Конечно. Ну и выдержка у тебя. Такая сумма даже глазом не моргнул. У меня такое ощущение, что такая сумма для тебя как-то обычное дело и не знаю, Валь. Так, это вам. А это что такое? Я же должен вам был. Ну, вроде меньше же. Вы еще давали матери на операцию. А, ну да. Спасибо, Валя. Всем привет. Мариночка, поешь потом, а? Привет. Саша, здорово. Слушай. Раздай, пожалуйста, 7 лет в этом на операцию согласился, а? Валя, откуда в попе изумруды, Валя? Отсюда. Рецептом поделишься? О, слушай, скажи, а Долгачев выслался? А как же, целых 100 рублей. Хорошо, я сам подарю тогда, а? Не вопрос. Ребят, братцы, всем огромное спасибо, кто сбрасывался на операцию моей маме. Ей намного лучше. Так что вам всем огромного здоровья и деньги вернет Саня Спицын. Спасибо. Спасибо, ребят. Спасибо. Что-то он возврат быстро оформил, а сумма не маленькая. Такое может быть? Мысль залетел быстро и упадет. И больно. Валь, поздравляю. Спасибо, Валь. Спасибо. Слушай, Харьков, а ты что, банк грабанул? Ну, естественно. Кстати, Максим Олегович, вам персональный возврат. Вот, извините, мельче нет. А у меня сдачи нет. Так что ты разменяешь? Да, спасибо. Я переживу. Саня! О, не вопрос. Добрый день. Здравствуйте. Девушка, мне бы очень хотелось узнать, у какого врача консультируется Шевардина Светлана Геннадьевна. Что значит узнать? Мы таких справок не даем. Ой, черт возьми, я совсем, совсем забыл. Это вам. Мы не даем такой информации. А, понял. А если так, уголовный розыск майор Бакулин. Извините, я сейчас посмотрю. Как фамилия пациентки? Шевардина Светлана Геннадьевна. Так, врач Пастухова Лариса Сергеевна.
Огромное человеческое спасибо. Угу. А вы забыли? Нет. Это вам. И большая просьба о моем визите никому. Договорились? Спасибо. Спасибо. Маргарита Степановна, здравствуйте. Как вы себя чувствуете? О, мам, я не был. А ты куда собралась? Вот. А? У меня еще стационар 5 дней, а меня в отдельную палату перевели. Иди поговори с главврачом. Да не надо ни с кем говорить. Это по моей просьбе тебя сюда перевели. А что тебе не нравится? А? Очень интересно. А че ты со мной не посоветовался? У меня там подруги остались. Зоя Ильинична, Мария Ивановна. Ну, прости. Ты поди и денег за это грохнул немало. Мам, ну ладно, ну что ты начинаешь-то, а? Откуда деньги-то? Откуда? Заработал. Вера, слышала? Олигарх деньги тратит даже с матерью, не посоветовавшись. Маргарита Степановна, все будет хорошо. Еще. Да, договорились все. Я перезвоню позже. Добрый вечер, Лариса Сергеевна. Добрый вечер. Я могу вас подвезти до дома? В смысле? Ну, в прямом. Мне нужно с вами поговорить. И думаю, что лучше всего сделать это по дороге. Извините, я вас не знаю. Познакомимся? Прошу. Я с вами никуда не поеду. Я не поеду с вами никуда. Сергей, придется. Я не поеду. А вот это Валя. Голенький. А это мы с ним в первый класс идем. На меня не смотри, это вообще в нервах. Он здесь очень хорошенький. А я иду под елкой. В Новый год 5 лет ему. Помнишь, Валя? Угу. Вот. Стоит вот. Не зря. Ты не хотел альбом приносить. Не зря принес. Под елкой стоит в Новый год. Помнишь, Валя? Ну вот. Ой, а вот этот комбинезон смешной. Этот комбинезон однажды пытался его расстегнуть, а у тебя молнию заело. А ты постеснялся помощи попросить? Так и надул штаны. Да, я же помню. Вот, а это у тети Нины на море. Помнишь тетю Нину? Чего ты улыбаешься? Я эту поездку до сих пор вспоминаю. Ты хоть помнишь, что там произошло с тобой? Валя. Ответь маме. Ну, конечно, помню, мама. Но я отравился, ну. Кукурузой. Он кукурузой отравился. Ну, мам, ну что, ну я же извинился, ну. Ну, что ты смеешься? Что? Твоя мать посидела в этом Никитском ботаническом саду. Полдня пробегала, пока еле тебя нашли. Вот она первый раз... И получил ремнем. А второй раз он ремня получил от отца в свое 15-летие. Да? Интересно, за что? Ну, не курили мы тогда, ну. Ну, так, там, 2 затяжки сделали. Ты пытался курить, Вера? Он еще и курил. Господи, какое счастье, что отец этого не знал. Вам плохо, Маргарита Степановна? Да... Ой! Мам, ну пошутил я сейчас, ну. Ну, я пошутил, я думал, что посмеемся, ну. Маргарита Степановна, это же шутка. Я вот сразу поняла, что это шутка. Правда? Ну, вы сами подумайте, Валя и сигарета. Это же анекдот. Да. Дети, я вас очень попрошу, когда вы будете в следующий раз шутить, делайте поправку на мой диагноз. Ну, ладно, прости. Ты тогда взял трофейное ружье деда. А, вы меня извините. Но у нас есть часы посещения. Ну, пожалуйста. Вам пора. Верочка, да. Спасибо. Извините. Валечка, спасибо. Валя, отдельная палата, это очень хорошо. Только я сойду с ума от одиночества. Пожалуйста, попроси, чтобы сюда перевели Марью Ивановну. Зоя Ильинична, не надо, она храпит. Давайте пошли. Ларис, прости, что пришлось тебя так дернуть. Это была не моя идея. Просто после смерти Сергея у нас неприятности. Приходится прятаться. Все на нервах. Да, я в машине. Сама чуть от страха не умерла. Ларис. Да ладно, проехали. Слушай, я тебе все объяснила, что делать. Рецепт да. У тебя есть. Тебе все купят. Я надеюсь, что следующий прием будет у меня в кабинете, правда? Да. Я тебе еще хотела попросить кое о чем. О чем?
если Юра, ну вот, Юрий Викторович спросит, что со мной, ты ему, пожалуйста, про беременность не говори. Хорошо? Ну ладно, как скажешь. И вообще никому не надо говорить. Не хочу повышенного внимания, я тут и так, как в клетке. Ну хорошо. Тогда смени гардероб. Через несколько дней животик будет видно. Ларисочка, дорогая моя, спасибо, что ты приехала, выручила меня. Я тебе очень благодарна. И рада будет... видеть. Надеюсь, скоро увидимся нормально. Да, все будет хорошо, Зая, все хорошо. Хорошо, спасибо тебе. Вон твоя карета, езжай. А, давай, давай. Пока-пока. Пока-пока. До свидания. Доктор, подождите. Ну что там? Да все нормально. Это не ответ. Если я вам назову диагноз, он вам все равно ничего не скажет. А новые незнакомые слова могут напугать. И все-таки. Ну, скажем так, нервный стресс повлиял на физиологию женского организма. Доктор, вы поймите, я... Я просто как друг очень волнуюсь. А я как врач успокаиваю. Но если вы действительно волнуетесь, привезите ее ко мне на прием, на нормальный прием. А то у вас средневековье какое-то. Нет, подождите. Это вам. За это спасибо. До свидания. Угу, всего доброго. Что ты зайдешь. Твои любимые крылышки замариновала сегодня. Хочешь маринованные крылышки, Валь? Валь, ну что ты молчишь, а? Валя. Валя. Григорий Михайлович, я взял почтальона. Да. Алло, скорая?
Живой, живой, здоровый. Прям счастье, Гриша. Гриш, как это понимать? Ты ж звонишь мне, говоришь, что вы его взяли. Мне позвонил Алексей, сказал, что взял почтальона. Я перезвонил вам, примчался сюда. Дальше вы видите? Вижу. Вижу. Как какой-то невнятный мужичок валит твоих амбалов, как детей малых. Понтов вагона, на выходе тележка с говном. Это форс-мажор. Слушай, Гриша! Мне твоих форс-мажоров уже плевать хочется! Значит так, уволить всех нахрен! Всех заменить! На более опытных! Ты меня понял? Понял. Тебя, кстати, тоже не мешало бы заменить. А так в чем дело? Слушай, Гриша, вот только не надо тут обиженного из себя строить! Скорую вызывали? Я не понял, что себе еще и скорую сам успел вызвать, а? Юрий Викторович, Скрябин подъехал. Так запускай. Давай, запускай. Гриш? Да. Слушай, сходи погуляй, мне поговорить надо. Привет. Спасибо. По красненькому. Слушай, мне еще нужны деньги для сделки с Развозовым. Юр, ну куда больше? Ты и так свою долю заложил. Надеюсь, ты помнишь об этом? Миш, ну не скули, ну. Ну, вообще скоро перейдем на новый уровень. А что с 2% Светланы? С 2% Светланы все отлично. Лежат, как лежали. Понятно. То есть ничего нового. Почему же нового, Миш? Хоть задницей ешь. Тебе напомнить? За мной идет охота. Непонятно, с какой стороны. За Светланой он какой-то жирный супермен находится. А вот охрану поменял. Знаешь, охрану поменял, а покидать эту берлогу очкую. Продолжать? А у тебя, Мишань, все нормально, спокойно, да? Выигрышная тональность диалога. И противопоставить нечего. А ты попробуй. Юр, я от Развозова. Он хочет встретиться. Валентин, что все твои последние контракты, это, ну, я не знаю, как бы помягче тебе это сказать. Полное фуфло, полное. Да быть такого не можешь, Федор Иванович, а? Ну, давайте это дело проверять. Ну, не можешь такого быть. Купился, а я пошутил. Да я думаю, ну, ерунда какая-то. Ну, так, ну, Федор Иванович, ну. А я чтоб не расслаблялся, потому что мы с тобой очень хорошо идем. Прямо как на тройке с бубенцами. Твой отдел побил все рекорды продаж. Все. Ну, отдел не мой.
Толкачева. Ай, Толкачев. При чем здесь Толкачев? Последние твои контракты. Все в десятку. Знаешь, я не первый год в этом деле. Но такие объемы. Просто... Ну. Нет, я по молодости, конечно, и побольше ворочил. А сейчас просто уже, как сказать, возраст не тот. И здоровье не то. На, держи. Скоро еще будет. Спасибо. Тебе спасибо. Ну все, Федор Иванович, пойду. Нет, подожди, куда ты пойдешь? Мы еще с тобой не закончили. Не-не, Федор Иванович, я бить не буду. Ну... Будешь, будешь. Куда ты денешься? Ну, если мы обмывать будем каждую сделку, то собьемся с вами, Федор Иванович. Да при чем здесь эти наши сделки? У меня совершенно другой повод. Держи. Я хочу поднять этот бокал за тебя, за моего нового коммерческого директора. О как! А старый где? А не было никакого старого. Знаешь, я вот как чувствовал, и это место держал для тебя. Давай, Валь, не подведи. Чувствую, что ты меня не подведешь за тебя. Неожиданно. Хорошо. Я встречусь с Развозовым и поговорю с ним. Со Светланой что делать? И со Светланой буду разговаривать. Юра, тут не разговаривать надо. Тебе с Развозовым надо встречаться с полным пакетом документов в клюве. Слушай, что у меня будет в клюве, я сам решу, хорошо? Слушай, Миша, а давай мы вместе с тобой Свету попробуем подавить. Последний раз. В каком смысле? Ну, в дружеской беседе. Понимаешь, когда я один этот разговор начинаю, у него как будто аллергия на меня какая-то начинается. А так ты еще не успел достать. Как говорится, на новенького, а? Если я на новенького зайду старую пластинку, я достану ее за секунду. Тут нужно что-то в тактике поменять. Ты как насчет свежего мяска, да, с вложенной в него душой, а? Шашлык? А как ты догадалась? Ну, по запаху. А, ну да. В общем, мы с Мишей ждем тебя в беседке. Не меня, а нас. Свет, ну, скормленный шашлык собаки – это кощунство. Ну, для кого-то кощунство, для кого-то традиция. Ладно, накормим твоего волкодава, чтоб ему икалось потом. Все, ждем. Иду. Валюха, это правда? Чего? Так, слушай, вырубай дурака. Ну, это вроде правда. Охренеть. Не, я, конечно, знал, что тебе шеф новую должность подводит, но чтобы сделать правой рукой. Слушай, а у коммерческого замы бывают? Если что, я готов. Ну, вышли мне свое резюме, я посмотрю. Ах ты, сволочь. Отвали. Так, я смотрю, не я один на повышение, надеюсь, да? Взятка? Ну, почему бы нет? Угу. Ну, тогда я за бутылкой. Угу. Ваш кофе, Валентин Владимирович. Спасибо, Мариночка. Сахара без? А как надо? Без. Ну, как чувствовала. Валентин, сиди, сиди. Я понимаю, тебе здесь тесно. Посиди с народом, хотя полагается уже давно свой личный, большой, хороший, светлый кабинет. А машина, между прочим, уже служебная есть. Да. Я без сахара, что ли? Ужас какой. Водителя нету. Ну ничего, Марина, посмотрим. Там вот резюме всякие. Посмотришь, выберешь водителя для Валентина Владимировича. Хорошего. Трезвого. Спасибо, Петр Иванович. Спасибо, Петр Иванович. Да, сиди, сиди. Да. Пей, пей. Пойду я. Потерпи немножко еще.
Михаил Петрович, здрасте. Здрасте. Вас заждались. Ну вот, я пришла. Ух ты, какая красота. Ну, да. Держи. Ой, да я, наверное, не буду. Что, сухонькая? А я что-то не хочу. Ну, а шашлычок? Обязательно. Пока горяченький. Ой. Выглядит очень аппетитно. Да, и вкусные. Так, а это кто пришел? Джеки, хочешь немножко? Ну-ка, будешь? Вот это хватка. Нам бы такую, а? Михаил Петрович, вам ли жаловаться на хватку? Это как сказать. Иногда, Светлана Геннадьевна, хватка слабеет независимо от воли хватающего. Рынок диктует условия, они не всегда комфортные. Точно. Это вы в общем говорите или о чем-то конкретном? Я о перспективах нашей компании. Все идет к тому, что наши акции будут серьезно падать. Большие доли станут чуть меньше, а вот малые потеряют вес значительно. И что принято делать в подобных ситуациях? Светлана Игоревна, мне удалось найти нового клиента по продаже вашей доли дороже, чем мы планировали. Поэтому сейчас самое время воспользоваться этим и как можно быстрее. Ну, это, наверное, очень хорошая новость, Михаил Петрович. Но, к сожалению, в данный момент не очень актуальная для меня. Видите ли, тут с Юрой на осадном положении. Он меня никуда в город не выпускает, чужих он сюда не впускает. Так что мое желание поговорить с моим юристом так и остается желанием. Ой, Свет, у тебя было 1000 возможностей пообщаться с твоим юристом. Ты меня на разговор позвал или на шашлык? Извини. Кушай, кушай, пожалуйста. Просто мне кажется, новость Михаила... Я думаю, что у меня пропал аппетит, поэтому я пойду. Спасибо. Светлана, ну что вы в самом деле? Тут не тактику, Миша. Тут стратегию менять надо. Нет, я все-таки скажу, Федор Иванович. Я, конечно, все понять могу, но то, что Харьков коммерческий директор... Нет, ну сегодня вроде не 1 апреля. Я понимаю, что тебя смущает. Что меня смущает? Меня смущает вот, вот это словосочетание. Харьков и директор. Я вообще молчу уже про коммерческий. Я тебя не понимаю. Это я вас не понимаю. Хоть убейте меня, я вас не понимаю. Обычный менеджер, между прочим, заметьте, из моего же отдела, с перепугу провернул 1,5 удачные сделки. И что? Сразу же такое повышение? Только, Максим, не с перепугу, а с хорошо продуманной схемой. Во-вторых, не 1,5 сделки, а гораздо больше. В-третьих, я же прекрасно понимаю, что это ты метил на эту должность. Федор Иванович, я... Метил, метил. Я что, слепой, что ли? Только пока ты тут помечал свою территорию в своем отделе, Харьков он выдавал высший пилотаж и продолжает выдавать. То есть то, что Валин чуть не покончил с собой, вас это абсолютно не смущает, да? Вот представь себе, нет. Потому что я человек старой закалки. И для меня кадры продолжают решать все. И все, больше не приставай ко мне с этим вопросом дурацким. Вы совершаете большую ошибку. Смотри, как бы ты не совершил большую ошибку. Не совершу. Последнее тебе предупреждение. И когда я перекусываю, больше не приходи. Хорошо. Это резюме водителей. Вам нужно выбрать. Что-то еще? Валентин Владимирович, вот верхнее резюме – это моего брата. У него сейчас нет работы. Я могу вас попросить? Услышал. Спасибо. Мариш, я просто сказал, что услышал. Так что спасибо, пока возвращаю. Да, конечно. Здравствуй, Слава.
Слава. Святослав. Валентин Владимирович. Харьков. Очень приятно. Ну что, до меня кого возил? Да, бизнесмена одного. Да? Что за бизнесмен? Нормальный бизнесмен. А что ж тогда расстались? Так он самое... За границу переехал жить. Угу. Это логично. Извините, мне кажется, что... Я откуда-то вас знаю. Не могу вспомнить, где мы встречались. Да перестань мозг сканировать. Не знаешь ты меня. Я нигде не видел. Извините, Валентин Владимирович, жена звонит. О, то есть звонит. Да ничего. Мне звонит даже больше нравится. Алло, я это, перезвоним. Ну ладно, извините. Говорил бы уж. Да, спи. Что-то не так? Не подхожу? Да нет. Все так. Подходишь? На, держи ключи. Пошли, агрегат покажу. Ага. О, Валя! Привет. Volkswagen 996. Привет. Привет. Валя, я соскучилась. Может, встретимся сегодня вечером? Я тоже соскучился. Ну, вечером завал. Слушай, у тебя уже месяц завал. Нет, ну, давай, может, сегодня у мамы встретимся, я ее из больницы забираю. Я не хочу встречаться у мамы, Валя. У нас этого уже месяц не было, понимаешь? Вер, ну давай потише, а ну здесь вообще люди везде, а? Ну ты че? Валя, я не понимаю. Ты меня избегаешь, да? Скажи, ты меня избегаешь? Вер, мне нужно было раньше тебе сказать, я просто... В общем, я не лучший вариант для тебя. Что? Как? Валя, я не понимаю. Я не понимаю, Валя. Вер, ну... Я просто как мужчина больше не работаю. И это все? Ну ничего. Миллион людей живут и так. Все, Валя. Я тебя люблю и такого. Вечером приеду с тобой маму забирать. Все, созвонимся. Господи. Ради такой женщины стоит меняться. Угу. У вас все? Нет, не все. Вопрос есть. Да. Брата сложно было водителем взять? А, нет, не сложно. Невозможно. Эти 2% скоро будут мои, так что никаких проблем больше не будет. Чего? А, я говорю, контрольный пакет скоро будет принадлежать мне, и все будет нормально, правда? Я не понимаю, почему я должен тратить столько времени на ваш вонючий бизнес. Договаривались об одном, а ты мне теперь другое задвигаешь. В нашем бизнесе заднюю передачу не включают. Ну, я же не отказываюсь. Ты тянешь. А для меня это еще хуже. Эдуард Александрович, ну что мы разговариваем с вами как враги? А кто это, у меня друг, что ли? Ну, лично я хотел бы быть вашим другом. Нет, спасибо. Почему? Твоих друзей потом обугленными замкадами в машинах находят. Короче, даю тебе одну неделю. Разберись с этим вопросом, иначе я сам с тебя барбекю сделаю, понял? Дерьмо.
дерьмовая музыка. Принес? Может, и дерьмовая, зато место надежнее. Ой, тут для мальчиков. Мы вам не помешали? Да не волнуйтесь. У нас тут все легально, они не в теме. Ну как он действует? Наверняка. Главная изюминка. После вскрытия яд обнаружить невозможно. Органика убивает все следы. Отсюда и цена. Это хорошо. Ну, оплату вы принимаете или, может, мне деньги на кассу отнести, раз все легально? Ну, если вы не будете кредиткой расплачиваться, я приму. Обращайтесь. Мы, кстати, не только химию предлагаем. Грибочки есть веселые. У вас бы отлично поправило. Да нет, спасибо. Света! А, одну секундочку. Юра, почему ты так врываешься? Извини, Свет, мне просто поговорить надо с тобой. Ты не... Пускай Джек погуляет, а? Пожалуйста. Ну хорошо, сейчас. Джеки, иди, малыш, погуляй. Иди погуляй. Спасибо. Присядь, пожалуйста. Что случилось? Присядь. Держи. Подпиши вот здесь вот. Что это? Ты просто подпиши вот здесь и все. Юра, ты уверен, что со мной можно разговаривать таким тоном? А ты не слышала, каким тоном со мной разговаривать? Не слышала, нет? Очень жаль. Послушай. Нет, Свет, подожди, это ты послушай. Ты понимаешь, что из-за тебя меня скоро на счетчик поставят, ты понимаешь это? Чего ты выпендриваешься, а? Ну объясни мне, ну что ты вцепилась в эти 2%, ну? Ну, тебе что, Сереги мало? Ты хочешь, чтобы меня грохнули, тогда тебе легче станет, да? Что ты говоришь? Юра дело говорит. Говорит и делает. А ему мешает. И кто мешает? Жена лучшего друга, ну. Юра, я не понимаю. Подожди. Что ты? Свет, ты просто подпиши, и все спокойно выдохнут. Ну? Ну, ну подпиши, светлячок, ну! Не надо со мной так разговаривать, Светик. Не смей меня так называть! Светик, подожди ты, да подожди же ты, ну! Юра! Подпиши, что я тебе сказал! Да не трогай меня! Да подписывай! Трогай меня, мне больно, Юра! Подпиши, я тебе сказал! Мне больно! Тихо, Свет, прости! Свет, прости, я просто не знаю, что на меня нашло! Свет! Светик, не хочешь по-хорошему? Видит Бог, я этого не хотел. Валя, ты молодец, да, Маргарита Степановна? Слава. Хорошо. Хорошо. На, багажник открой. Мам, ну куда пошли? Че? Вот машина. Валь, если бы я знал, что на машину будешь тратиться, я бы лучше сама домой доехала. Че лень было мою сумку до автобусной остановки донести? Машина служебная. Это мой водитель. Фирма что? Оплачивает. Странно, а мне ты сказала, что одолжил машину у приятеля? Еще не привык. Ой-ой-ой, осторожно, там настойка календулы. Возьми лучше сумку. Да, давай. Мам, познакомься. Это Слава. Это Маргарита Степановна. Очень приятно, Слава. Слава, это Вячеслав. Мам, Слава, это Святослав. Хорошее имя. Спасибо. Ну, пойдем, Маша. Садитесь. Слава мне понравился. Из хорошей семьи, не блатной. Так, это апельсины. Это ананас. Ты куда пакет? Это же не одноразовый, это что? Господи, на какие шиши ты все это купил? Я ведь выбирал самое дорогое. Как не родной стал, ей-богу.
Валь, ты можешь мне объяснить, что с тобой? Мам, слушай, ты как будто не рада, а? Нет, я рада только... Чего? Ну что там, Красный Крест помогает. Откуда эти пакеты? Ну откуда? Это с магазина. Это он с аптеки. Да нет, я имею в виду... Деньги откуда? Твой сын получил премию. Да? Да что ты? Да. Да ты же мне никогда ничего не покупал. Я и премии раньше не получал. Мам, ну вот, ну, другое дело. Ну что, картошечки пожарим? Вот, держи. Ошейник. Давай. Сидеть. Ну что, остались мы с тобой вдвоем, да? Только ты и я. Теперь нам придется с тобой думать, как нам теперь жить. Да, Джек? Америку. Да, я просто хотела попросить тебя, можно ли я поживу у тебя, пока ты там будешь? Нет, ничего не случилось, просто, понимаешь, мне нужно побыть одной, так, чтобы никто не доставал. Спасибо тебе. Нет, Джек, конечно же, обязательно, конечно, со мной. Да, только я боюсь, что не успею завтра с утра забрать ключи. Как ты мне их сможешь передать? Прекрасно. Хорошо. Давай так и сделаем. Спасибо тебе огромное. Да, только дома. Никому не говори, что я живу у тебя. Хорошо? Это очень важно. Спасибо тебе огромное. Всего успехов. Пока. Валентин Владимирович, вот, пожалуйста, Валентин Владимирович, вот, Валентин Владимирович, если не замом, то хотя бы секретарем возьмите меня к себе, пожалуйста. Буду вам кофе носить, документы на подпись подавать. Хорошо, подумаю. Дайте конторы порулить, Валентин Владимирович. Пожалуйста. Давай, рули. Рули, рули. Да ты что, ну? Да, Федор Иванович. Да, конечно, все как договаривались. Угу. Не-не, все будет в лучшем виде. Да? Есть, добро. Че, Слав? Валентин Владимирович, я понимаю, что в первые дни работы так не делается, но... Че случилось? Мне завтра с утра нужно в одно место сгонять. Слав, хорош мемлить. Давай по делу. Меня к следователю вызывают. Следователь? Натворил что-то? Да нет.
Это по поводу бывшей работы. Так. В общем, я вам наврал про то, что бывший шеф за границу уехал. Его убили. Угу. Ваш кофе выйти лучше. Не за что его убили? Да хрен его знает. Вот такой вот мужик был. Вы понимаете, мы с ним как, ну, как друзья. Дорогу он сроду никому не переходил. Врагов я в упор не видел. Охраны у него тоже никогда не было. И на тебе такое. Ну, печально, конечно. Но в прошлом. Ладно, что, завтра сам покатаюсь. После ментовки сразу ко мне. Да? Спасибо, Валентин Владимирович. Стой, подожди. Сегодня ты мне еще нужен. Так, я же тебе списочек набросаю. Сгоняй в аптеку и в магазин за продуктами. Маме купи. Не, мой шеф тоже такие списки писал. Вот видишь? На, пиши. За молоком, на минуту. Там на плите кастрюля кипит. Вода скоро выкипит. Плита старая, газ. Помогите, пожалуйста, умоляю. Я живу на Сергеевской 7, вход со двора. Пятый этаж, 48-я. Ключи! Там в сумке ключи! Пожалуйста! Господин, вы чё тут? Да, сумка здесь. Она ему больше не понадобится. Николай, отнеси в труповозку. Все, отходим, молодой человек. Скорее. У вас ребенок один дома.
Прости, я не хотел тебя напугать. Я просто пришел и... Чего тебе надо? Я хочу извиниться. Уходи. Свет. Прости меня, пожалуйста. Мне правда очень стыдно. Это просто все нервы. Ну, ты пойми, сначала этот киллер, потом нападение на охранника в твоей квартире. Но я же все... Я хочу достучаться от тебя. Я все, что делаю, я делаю ради тебя. Ну, ты скажи, если что не так. Юр, все так. Ты тоже меня прости, пожалуйста. Я была не права. Правда. Извини. Юр, ты знаешь, мне так хочется подышать свежим воздухом. Можно? Ну, конечно. Свет, Свет! А? Спасибо тебе. Пять косарей коту под хвост. О, Станислав Дмитриевич, спасибо, что пришли. Присаживайтесь. Мы ведь с вами уже как-то беседовали. Да, я помню. Это хорошо. У нас к вам возникло еще несколько вопросов. Да, пожалуйста, давайте. Скажите, а почему вы уволились с прежнего места работы? Мы с шефом, ну, Сергеем Леонидовичем, друзьями были. Я бы не мог пересесть к другому водителю. Странная лирика для простого шофера. Почему странная? Просто мне его смерть реально вырубила. Я бы не смог больше там работать. Ну, допустим. А почему вы почти месяц не трудоустраиваетесь? Почему месяц меньше? Я со вчерашнего дня работаю. Где? Ну, водителем в одной фирме по запчастям. Коммерческого вожу. Серьезно? Да. Ну и как вам новый шеф? Да нормальный. Привет, Степана. Привет, Людмила. Ну, как дела? Пока не померла. Ты чего каркаешь-то? Тебе еще сына женить. Ой, не знаю. Дождусь ли. Да дождешься. Мужик видный, интеллигентный. Пораспросит всегда обо всем, поздоровается. А главное, ты знаешь, раньше он меня в упор не замечал. А сейчас вот как будто его подменили. Ты тоже заметила? Чего заметила? Ну, про сына, что как будто его подменили. А, ну, ну да, в хорошую сторону. Поумнел, значит, радуйся. Ну и последний вопрос на сегодня. Как вам Юрий Мазуров? В каком смысле как? Ну, как вы его оцениваете, как человека? Я не знаю, я особо с ним не общался. Ну, у него свой водитель есть. А его водитель что говорит? Ты, не знаю, я тоже с ним не общался. Почему? Некогда было. Юрий Викторович с Сергеем Леонидовичем, они по отдельности ездили. Ну, понятно. Хорошо, подпишите протокол. Паша. Напишите, с моих слов записано верно. И подпись. Все, можете идти. До свидания. Всего доброго.
Ты что делаешь? Я хочу отпечатки снять, потом сравнить с отпечатками на карабине. Паш, ты больной? А вдруг водитель мстит за шефа? Кому мстит? Мазурову. Ну, киллер же на него охотится. Кто тебе сказал, что Воробьева убил Мазуров? Чего ты действительно заработался? Да ты не заработался, бойскаут. Ты заигрался, а это разные вещи. Вы же спросили водителя о Мазурове? Спросил, и что? А зачем тогда? Затем. Чем толще дело, тем больше доверия в прокуратуре. Все, пошли обедать. Прошу прощения, по-моему, вот там что-то горит. Ё-моё. Как следователь сходил? Да никак. Спрашивали, почему я уволился из конторы после смерти шефа. А что уволился-то? Некого возить в Орск? Да почему некого? Предлагали пересесть к финансовому. Но я как-то это самое не смог. Для меня человек – это прежде всего. Я уродов никогда не возил. Что, финансовый урод был? Да нет, но он мутный какой-то. Слав, а у шефа-то жена была? Была. То есть есть. Но они не расписаны были вроде. Красивая женщина и добрая, и ко мне отлично относилась. Отношения-то поддерживаешь? Ну, так это, ей, наверное, сейчас не таких, как я. Не знаю. Мне кажется, поддержка от мужа друзей лучшее лекарство. Думаете? Уверен. Надо будет заехать. Так, Спицын, ты документы по фильтрам оформил? Да, оформил. Вот. Молодец. Будешь и дальше так же себя хорошо вести, скоро взлетишь так же, как твой дружбан Харьков. Да нет, куда мне? У него башка, а мне тренироваться надо. Ой, ладно, какая там башка. Банальное везение на ровном месте. На его месте мог оказаться любой, даже ты. В каком смысле на его месте? Слушай, нет, я не про таблетки, я про работу. Слушай, а что у него вообще в жизни-то происходит? У Харькова-то твоего. Ну, что-то происходит, наверное. Ну, ты типа не знаешь. Вы же друзья.
Но у любой дружбы есть граница. Ну, для этих границ вроде загранпаспорт не нужен. Максим Олегович, чего вы от меня хотите? Я просто понять хочу, как наш Харьков так подпрыгнул. Ты же знаешь его круг общения? Ну, кто этот Гудвин, который ему мозги подарил? Слушай, Сань, с тебя ответ, с меня премия. Да пошел ты. Какие вы все прямо принципиальные. Вам бы комсомол возродить. Привет. Привет. Ты что? Ты даже цветы не купил? Цветы? Харьков, ты ступу рухнул. У Маргариты Степановны сегодня день рождения. Ты забыл про день рождения? Ладно, торт я купила. Подарок вот. Это от нас. Ну что вы тут застряли? Мам, с днем рождения. Это тебе вот от нас с Верой. Ну зачем вы тратились? Ну деньги у меня, ребята. Ну пошли за стол, у меня все готово. Ух ты. Беру ухаживай за Валей. Вот оливье, а там шуба. Давайте. Давай. Или я тебе перчик положу? Спасибо. Спасибо. Мам, держи. Мамочка, я тебя очень люблю. Желаю тебе здоровья, долгих лет и... Знаешь, я, может, не самый лучший сын у тебя, но... Я, правда, очень хочу им быть. Валечка, ты самый лучший сын на свете. Я тобой горжусь. За вас, Маргарита Степановна. Так, вот что ты мне все время тянешь? Скажи мне. Вот я иду, беременная женщина, с животом. Ну, наконец-то! Света, где вы ходите? Мне уже бежать пора. Ваши, вы меня отпугали. Держи. Держи ключи перепуганные. Я побежал, если что, звони. Хорошо, спасибо большое. Счастливо. Вашу Машу. Просто она беседку подожгла. Отвлеклись. Заткнулись все! Идиоты. Вам только коровники охранять. Я уверну ее. Что ты говоришь? Будь любезен, сделай это, пожалуйста. Ладно. Короче, у меня встреча. Я поехал. Юрий Викторович, я против того, чтобы вы ехали один. Слушай, Гриша, мне по барабану, что ты против. Ты мне Свету найди. Все, встали, давайте в машину. Thank you.
что, Джек, вот мы и прибыли. Смотри. Смотри, видишь? Это Тома, а это Лана. Нравится тебе? Нет? Не твоя весовая категория. Смотри-ка. Это нам с тобой. Бандероль. Ух ты, Томка! Отлично. Отлично, Джек. Мы с тобой на колесах. А я права-то взяла. Интересно. Так, паспорт есть. Права есть, а кошелек где? Саша, соседний двор. Быстро, быстро, быстро. Так, ну и что мы имеем? Пусто. Ну, знаешь, я понял, что пусто. Алло. Что там у вас во дворе? Ну, тоже пусто. Значит так, ищите кого угодно. Бабок ищите, да, детей ищите, алкашей, играющих в домино, тоже ищите. Мамаш с колясками, спрашивайте, заезжала наша машина или нет. И что? Бабки, говорю, что говорят. Не заезжала. Все, пока. Значит так, надо искать все, что угодно. Приятелей, друзей, товарищей, подруг, ну. Где она хотя бы теоретически могла спрятаться. Либо мы ее находим сегодня, либо мы завтра сами идем искать работу новую. Вам понятно или нет? Григорий Михайлович, ну мы же не ФСБ. Нам время надо. А ты представь, что ты ФСБ. У тебя нет свободных людей, свободного времени. Тебе понятно? И копать надо, искать, рылом, рылом нюхать. А кто здесь останется? Холодильник. Здравствуйте, Эдуард Александрович. Заставляешь ждать? Извините, пробки. Пробки, Юра. Отмазка для лохов. Документы привез? Эдуард Александрович. Значит, не привез. Да там дело в том, что... Да ты не дергайся. Пить будешь? Буду. Наливай. Слушай меня внимательно. Проще всего было бы тебя, конечно, послать, сам знаешь куда. Но я понес большие убытки, и ты мне их вернешь. С процентами. С этого момента я бесплатно больше ждать не буду. Эдуард Александрович. Юра, и не заставляй меня озвучивать еще один вариант. Он тебе точно не понравится. Обидно, Эдуард Александрович. Я почти все сделал. Почти в нашем бизнесе не считается. Нарушил правила игры. Будешь оштрафован. Сколько? Да. Че, охренели? Я почти все на карту поставил. Да что почти? Я все поставил на карту. Да ты вообще соображаешь, сука, что ты творишь, а? Да, Мазаров. Смотрю на тебя и думаю, либо ты бессмертный, либо просто дурак. Сумму ты видел? За каждый просроченный день до сделки будешь платить мне 0,5% от своей же будущей доли. У тебя с математикой в школе что было? Нормально было. Ну, значит, легко посчитаешь, что тебе выгодней. Тянуть кота за хвост или, может, пробежаться впереди штанов? Выход ему покажите. Да все, все, пусть...
Ты дурак, Юрка. Это оружие. Оружие. И лежать ты будешь не в Мексике, а в лучшем случае за МКАДом. Юр, я не готова сейчас с этим заниматься. Неужели тебе так трудно это понять? Да, Мазуров. Смотрю на тебя и думаю, либо ты бессмертный, либо просто дурак. Я друга убил, а вы меня на щучек, как лоха последнего сы. Ирина Ильич, пожалуйста, подпишите бумагу. Вон отсюда, ваша тварь! Вон, я сказал! Дверь закрыла! Лариса Сергеевна, это, конечно, все хорошо, но я не могу понять, поверьте, при чем здесь врачебная тайна? Речь идет о судьбе Светланы Шевердиной. Насколько мне известно, вам ее судьба не безразлична. Я не вижу связи. Хорошо, скажу прямо. Убит ее муж. У нас есть все основания полагать, что следующая по счету она. Светлане об этом говорили? Да, конечно. И не раз. Но она, видимо, нас не слышит. Ну, это, видимо, связано со стрессом. Но почему вы думаете, что если она не слышит вас, она услышит меня? Мне не надо, чтобы она вас слышала. Мне нужно, когда она явится сюда, а она к вам обязательно явится, чтобы вы просто позвонили по этому номеру. И все. Вы меня поняли? Юра, что случилось? А то ты не знаешь, да? Представь себе, не знаю. Ты встретился с Развозовым? Как видишь. И что? Что-что? Они меня на счетчик поставили. Как поставили? Как раком. Штраф плюс проценты за каждый просроченный день, твари. Сколько? Много, Миш. Очень много. И если я не отдам, то меня же из их товара, прикинь. Так, надо сообразить. Поздно, Миша. Раньше надо было соображать. Сейчас надо квартиру мою московскую продать. Срочно. И деньги завтра вечером на лом. Сделаешь? Я? Ну, а кто? Ты же финансовый директор. Финансы, блин, купи, продай, это же к тебе. Почему квартиру? А потому что без нее не хватит. Нету других вариантов, Мишань. Давай. Давай. Хорошо. Хорошо. Хреново, а не хорошо. Чё-то ты быстро согласился, Мишань. Алло, Свет, это Лариса. Свет, конечно, может быть, это не мое дело, но тебя ищут. Но тот, кто меня привозил к тебе за город. Бакулин Георгий Михайлович. Да, Ларис, я поняла. Спасибо тебе большое. Я тебя умоляю, пожалуйста, ни в коем случае никому не говори, где я. Но он сказал, что все это очень серьезно и все это тебе во благо. Нет, к сожалению, это не тот случай. Да, я обещаю, что когда-нибудь все тебе расскажу. Ну, хорошо. Слушай, давай ты ко мне не будешь ходить сейчас. Я тебе найду другого врача. И все будет под моим контролем.
Я тебе обещаю. Спасибо тебе огромное. Обнимаю, целую. Пока. С этим делом. Слышь, ты, доктор, я не у тебя на приеме. Все, извиняюсь. Ой, подожди, ну, прости. Просто день сегодня тяжелый. Юрий Викторович. Гриш, сейчас скажешь, ты присядь, а то я забуду их сейчас. Дело есть. Сугубо очень важное дело. Короче, нужно человечка твоего к Скрябину приставить. Я хочу знать все его контакты. Все, понимаешь? Только очень аккуратно надо это сделать. Понял? Хорошо, сделаю. Вот. Ну, давай, что там у тебя? Так, ну, во-первых, машинку мы нашли. Она бросила ее прямо на улице. Гинекологу, само собой, она не ходила. Я имею в виду Светлану Геннадьевну. Я понял. Если она там появится, мне сообщат. Да, ты так в этом уверен? Нет, именно поэтому я там посадил своего человечка. О, ты смотри, мы стали работать профессионально, да? Ну и вот у нас третье. Что? Что это? Кошелек Светланы Геннадьевны, который она обронила в комнате, когда мы... Когда твой орлы клюнчил, когда... Ну ладно, проехали. Слушай, Гриш, сколько человек без воды прожить может? Ну, суток трое. Правильно. А без денег? В Москве? Не знаю. Есть возможность узнать. Но очень хочется найти Светлану. И побыстрее. Встречную мысль можно? Давай, излагай. Насколько я помню, то завтра день рождения у Сергея Леонидовича. И что? Светлана Геннадьевна появится обязательно на кладбище. Я думаю, вам не стоит туда ходить. Мотивируй. Но я не смогу в полной мере обеспечить вашу безопасность. Территория сложная, понимаете, не надо рисковать. Вы уже два раза почтальона упустили. Я Свету упустить не могу, понял? Юрий Викторович, я Слушай, говорю... Слушай, Михалыч, тут два входа. Ты одного человека здесь оставь и вообще разберись! Твою мать. Так, иди сюда. Джек, мы лучше с тобой приедем в другой раз. Одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном? Мам, можно мы гулять пойдем? Пока стих не выучите, никаких гулять. Ну, Лермонтов, мало тебе дуэли кокнули.
Мама, правда, что Лермонтов молодым умер? Правда. Он умер, кажется, 26 лет. 26 лет? Разве это молодой? Мне 26. Разве я старая? А Пушкин вообще в 37 погиб. И тоже считается молодым. 37 – это же вообще старик. 6 лет и я так думала. Когда мне будет 37, я, наверное, с палочкой ходить буду. А я вообще стареть не собираюсь. Тридцать девять лет, такой молодой, надо же. Что? Я говорю, не убивайся, не поможешь. Еще вы взяли, что я убиваюсь? Выглядишь плохо, сынок. Посылал своих за цветами, то мы забыли. Без цветов как неудобно. Запас. На черный день? Да хоть на цветной. Здесь немного, зато очень душевно. А смысл? Дорогой светлячок, смысл нужно искать даже в бессмысленном. Какой ты у меня умный. Конечно. Так. Прячем. Вот сюда. И никому не говорим. Спасибо тебе, любимый. Это Слава. Точно Слава. Слава! Здорово. Здрасте, Юрий Ильич. Проходи, падай, давно не виделись. Да, молодец, что приехал. Не ожидал. Когда мы последний раз виделись? Ну, так вот самое. Почти месяц назад тогда. А, ну да, точно, да. Да, молодец. Ты зря, что уволился. Серега тебя ценил, я бы на работу тебе нашел. Знаете, Юрий Викторович, самое, проехали, как говорится. Ну. Слушай, а ты давно Светлану Геннадьевну видел? Так же, как и вас тогда. Просто мы с ней договорились сегодня встретиться, а ее нет. Телефон что-то не отвечает. Да. А вы вообще с ней как, связь поддерживаете? Да нет, ну, надо бы заехать. Это правильно. Слушай, если вдруг так получится, что мы сегодня с ней не пересечемся, а ты вдруг ее как-нибудь увидишь, ты звякни мне. Телефон, надеюсь, не стер? Да, нет, не стер. Я это, Юрий Викторович, пойду. А, ну да. Давай. Рад увидеть вас. Сегодня. Ага. Thank you.
Чего ты завелся? Блохи завелся, Федор Иванович. А, и жены еще иногда. Какие планы на завтра? Ну, с утра платежки отправлю и по поставщикам. Нет, 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 отказать. На завтра вечер никаких планов. Я тут одно мероприятие наметил. К 7 в офис. Понял? Как скажете. Я в Ногинск. Остаешься за старшего. До свидания, Федор Иванович. Слав, ты не приборзил, а? Я тебя на сколько отпустил-то? Валентин Владимирович, извините, я в Лефортовском туннеле в пробку попал. А что ты там делал? Да и это, на кладбище ездил. Сегодня просто у шефа день рождения. А. Ну ладно, хоть причина уважительная. Садись. Слав, давай-ка на будущее так договоримся. Только правду и никакой левой езды. Особенно по ушам, да? Хорошо. Понимаете, ну просто я не мог по-другому. Окно появилось, вы в спортзале. Я думал, правда, успею. Шеф все-таки. Ну ладно, ладно. Проехали. Слушай, стоп! Давай-ка... Шеф твоего помянем, а? Валентин Владимирович, я не пью, я ж на работе. Ты что, старше сказал? Ну, а как вы домой поедете? На такси. Не сердись, пожалуйста. Я чуть-чуть. Я знаю, ты бы мне разрешил. Собаки. Знаю. Да? Да, ну, каждый ребенок в детстве мечтает либо о кошке, либо о собаке. А вдруг я мечтала о кошке? Если бы ты мечтала о кошке, то у тебя была бы кошка. Ну что, она еще и лает? Да, она лает, бегает, а еще поет Happy Birthday to you. Сережа, что это? Это плагиат. Сережа, боже мой. Я бы по-другому назвал собаку. Хороший. Знаешь, Свет, просто каждый ребенок в детстве мечтает о собаке и... Ну, точно плагиат. Я же всю жизнь мечтала о собаке. Он был хорош. Он хороший. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Ай, ты что ж с собакой-то делаешь, да? Ой-ой-ой, Джек, 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 фу! Джек? 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 Thank you.
ты меня так напугала. Слушай, ты такая страшная. Ты нет. Слушай, последние события меня так накрутили. Слушай, а вдруг меня прослушивают? Вообще, я подумала, что в такой день с тобой кто-то должен быть рядом. Глаза красные. Значит, я правильно пришла. Проходи. Да. Ладно, давай. За Воробьева твоего. Верите, Валентин Владимирович? Первый раз в жизни с начальником пью. Да ладно. А без начальства у тебя как с этим делом? Без начальства? У меня здесь есть принцип. Ну-ка. Вот, например, меня начальник пускает. Я домой приезжаю, но все равно не пью. Боже, ну это же официально. Он тебя отпустил. Да, все официально, но я все равно приезжаю и не пью. Ну а вдруг срочно нужно куда ехать? А врал какой-нибудь или это самое. Форс-мажор. Да. Не, ну просто много раз такое было. И никогда меня начальник под мухой не застал. Ну, ты молодец. А вот у Скрябина водила, он 100 раз залетал. А Скрябин это? Финансовый директор. Да, финансовый. Что ты говоришь? Мутный он какой-то. А что он мутный-то? Да неискренний он какой-то. Первое время все шефу в рот заглядывал, а потом с этим, как со вторым учредителем, икшаться стал. О, черки у него какие-то там с ним совместные появились. Просто такое ощущение было, что у них своя свадьба в бизнесе, у шефа своя. Это у них и до сих пор черки. Мне его водитель рассказывал. Набрали охраны, шкерится где-то там. За городом. Валентин Владимирович, может, хватит на сегодня, а то мне завтра за руль. Я за это сам за рулем поеду, Слав. А ты свободен? Отдыхай. Это как? Это самое? Да как хочешь. Сегодня свободен. Давай. Это как? Это самое? Да как хочешь. Ты че, Слав? Да не, ничего. Белочку словил, что ли? А? Слишком мало времени на такую сделку. Когда покупателю говоришь, что деньги нужны срочно, он сразу сбивает цену. Закон рынка, я предупреждал. Ладно. Спасибо за оперативность, Миша. Теперь хватает или добавить? У меня есть кое-какие сбережения. Благородно. Но не надо я сам. Юр, мне жаль, что так получилось. А мне как жаль. Ты не поверишь. Ладно, давай.
Я поехал. Жалим. Алло, Эдуард Александрович, я собрал деньги. Куда завтра подвезти? Господи, что случилось? Я что, нормально? Аля, ну я тебе всегда говорил, смотри под ноги. Да, а что ты такой здесь? Чемодан, у нас? Подними, поставь на место. Чего поставил? Валя, ты выпил. Господи. О, ну хорош, ну что, ну выпил, да, чуть-чуть. Валя, от тебя пахнет алкоголем. Ну, конечно, ну, пахнет. Может, ты объяснишь? Мам, ну что, объясню. Алкоголь без запаха еще не придумали. Ну. Валя, перестань! 1 мая, поздно, Новый год, рано. Причина какая? Причина есть. Есть. День рождения. День рождения у кого? А... Я знаю этого человека. Нет, мам, я так устал. А, дай, пожалуйста, я... Привет, Вера. А ты что здесь? А, соседи залили, представляешь ее? И я позвала ее к нам пожить. Красавица какая-то. Спасибо, Маргарита Степановна. Не буду вам мешать. Спокойной ночи, дети. Спокойной ночи. Спать, спать, спать. Пойдем спать. Пойдем. Я лег на кухне. Валя, ты опять? Вер, ну, у меня завтра отчет. Очень много работы, поэтому, ну, правда, спи спокойно. Спокойной ночи, мама. Ну и где вы, Светлана Геннадьевна Шевардина? Это... Простите, вы здесь живете? Да. Я здесь живу, квартира 65. Вот. А вы не знаете, где ваша соседка вот из этой квартиры, Светлана? Светлана? Ее так зовут? Узнать теперь. А ты вообще тут без понятия, кто тут рядом. Давайте познакомимся. Майор Исаев, уголовный розыск. Ну, вопросов нет. У меня к вам вопрос. Когда вы видели вашу соседку в последний раз? Светлана? Я, у меня 2 недели не было. Вы уезжали куда-то? Да. Нет. Пил. Понятно. Сержант Байко, документы ваши. Нарушаем. Давай, сержант.
Машину пройдемте. Выход на месте решим, а? Машину, говорю. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, скажите, а вы здесь живете? Здесь. Тогда вы, наверное, знаете Светлану Шевердину. У нее тоже собака. Джек, конечно, знаю. А что случилось? Да ничего особенного. Просто мы с ней договаривались по поводу вязки, а она вдруг куда-то пропала. На звонки не отвечает. Сейчас зашел, ее нет. Так она съехала отсюда. Как съехала? Как ее квартиру ограбили, так она и съехала. Квартиру ограбили? Когда? Я так точно не помню. Недавно. Это, конечно, все ужасно. Среди бела дня, куда только милиция смотрит. Уже и в полицию переименовали, а все бесполезно. Да, и не говорите. Спасибо. До свидания. Эдуард Александрович, вы не представляете, какую работу проделал Юра ради этой сделки. Вы понимаете, та сумма, на которую у нас оштрафовали, это малая часть тех перспектив, которые могут быть. У нас с вами разная математика. Эдуард Александрович. Миш, я, может, уважаю тебя больше, чем Лазарова, но вы мне вдвоем уже мозг проели. Давай не будем об этом. Ну, неужели ничего нельзя сделать? Все, что нужно сделать, я уже озвучил. Если Мазаров хочет уменьшить свои расходы, он должен увеличить скорость решения проблемы. Заметь, от сделки я пока не отказываюсь. Понятно. Да лично к тебе у меня претензий нет. Сделал все, что мог. Я сразу хочу извиниться, времени у меня не очень много, так что... Понимаю, не любит наш народ с органами общаться. Ну так, поводы не очень приятные. Так а не мы же эти поводы придумываем. Согласен. Юрий Викторович, хочу вас спросить про Светлану Шевердину. Не знаете, где ее найти, а то дома ее нет. Увы. Судя по всему, Светлана решила побыть одна. И, если честно, не хочется ей в этом мешать. Ну, сами понимаете, такое горе. А вы знаете, что ее квартиру вскрыли? Ну, разумеется. Странно. Что странно? Ну, например, что она в полицию не обращалась. Да, действительно, не обращалась. Я, кстати, настаивал, но она не захотела. Как вы сказали, не любит у нас народ с органами общаться. Из квартиры что-то пропало? Насколько мне известно, нет. Наверное, вспугнули налетчиков, не успели. Понятно. Ну что ж, спасибо вам. Это все? Так же, вы же сами сказали, что у вас времени немного. А я сейчас пытаюсь восстановить доверие к органам. Ну да, только боюсь, в одиночку у вас не получится. Это, знаете, всей страной. От участкового до генерала. Да, тут вы правы. Кстати, на бизнес это тоже распространяется. Так что всем дружно из тени. От менеджера до банкира. А? Всего доброго. До свидания. Сюда, по поводу наших последних успехов. Давай.
Ну вот он, виновник нашего торжества. Ладно, Федор Иванович. Ладно, к черту скромность, я готов каждый день накрывать полево. Лишь бы мы шли вверх. Так налито у всех. Я предлагаю выпить за нашего нового коммерческого директора. Прям 30 хлебами народ и кормим. Не 30, а 5. Завидуйте молча, Максим Олегович. Юрий Викторович, первая информация по Скрябину. Говори, давай. Встречались сегодня утречком с Развозовым. Встречались и что? Разговаривали. Долго разговаривали? Минут 10. О чем не знаешь? Нет. Ну что они делали, как они вели себя? Ну как, что они делали? Они разговаривали, говорили, говорили, долго говорили, потом пожали друг другу руки и разошлись. Все. Пожали друг другу руки. Что и требовалось доказать. Вот, я всегда знал, что мы будем нормально зарабатывать. Федор Иванович. Валь, что я сказал, когда мы первую зарплату получили? Вот скажи, Федор Иванович. Шаги, я не помню. Да ладно, не помнишь, давай вспоминай, я же тебе сказал. Ну, наверное, что-то... Буду гобить на новый скутер. А, да, говоришь, не помнишь. Вот, я уже тогда знал, что смогу себе купить все, что захочу. А теперь ты будешь гобить на новую машину. Да, с завтрашнего дня ночью, Федор Иванович. Вот она память, господа. Да. Улыбочку. Yes. Федор Иванович, пойдем танцевать. Пойдем танцевать. Давай, Федор Иванович, давай, давай. О! О! Валю, слушай, я за тебя так рад, ты не представляешь. Давай выпьем. Давайте. За тебя. Давай. Извини. Да? Сейчас спущусь. Дань, я сейчас. Ага. Вас прям не узнать. Да? Шикарно выглядите. На охоту хорошо сходил. Мы с вами так и не познакомились. Ну что, привезли? Смотреть будете? А нет, верю. Это правильно. Вы поверьте на слово, тут то, что вам нужно. Угу. Есть то, что я вам должен. Ну что ж, тогда всего доброго. Счастливо. И вам не хворать. Спасибо. Свалить хотел по-английски. Ну, с наших пьяных только по-английски. Не, ну погоди, ну сейчас самое интересное будет. Сейчас Надька из бухгалтерии Happy Birthday будет петь. А у кого-то нюхши? Какая днюха, Валюх? Ага, кстати, тихо, какая днюха, Валюх. У Надюхи на тусовках две кондиции. Закатит юбку у Мерлин Монро, а так императрица. Ну, забыл? Ну, забыл, забыл, да, забыл. Вот стадию императрицы ты уже пропустил. А и бездушная машина этого, вокала запущена. Ее не остановить. Давай. Thank you.
подожди. Федор Иванович, все нормально? Точно? Федор Иванович, а Струкова что, уже спел свой хэппи-бёрдэй? И станцевала. У нее даже фен засунули под платье, чтобы как она Мерлин Монро. Блин, Валь, мы все самое интересное пропустили. Ну, все нормально. Ну, я хотел на мобилку снять. Спится? А мне не спится? Ой, Кать. Валь. Федор Иванович, садись. Давай выпьем. Давай. Знаешь, я хотела с тобой поговорить. Макс, ты на Харькове скоро глазами дыру прожжешь. Надо будет, прожгу. Ой, как страшно. Слушай, медленный будет, потанцуем. Медленный будет? Пойдешь с Харьковым танцевать? А если я не хочу? По телевизору вчера. Ну там передачу смотрел. Про клиническую смерть. Ну, ты знаешь. Я вообще сразу вот этот клин перекрутил. Я не верю. Знаешь, там тоннели идет. Перевоплощение. Я считаю, что это все. Чушь собачья. Но дело не в этом. Не понимаю. Что там с тобой произошло? Это действительно прорыв, Валь. Вот как-то вот ты вот на деле доказал. Вот, ну, другим. Не про деньги все. Где это деньги? Я что? Такой ты молодец. Валентин, я не знаю, как Вера отнеслась к твоим пьянкам-гулянкам, но я не одобряю. Смотри, сопьешься, как отец. А мне самому очень стыдно. Я тебя еще прошу, ну что ты начинаешь? Да еще запеет стыда. Ты хоть помнишь, в каком виде ты явился? В каком? Да хорошо бы своими ногами, а тебя несли. А как ты Вере кричал, отстань. Маргарита Степановна, ну что вы в самом деле? Праздник у Вали на работе был. Ах, ты его защищаешь. Вот сама и разбирайся! Ну, немного выпили с коллегами, ничего страшного! Алло! Валя, привет! Да, Сань? Слушай, я знаю, ты никогда не похмелялся по утрам, но ты не пил так раньше.
как насчет по 50? Что, срочно? Что, прям рвет и мечет? Да нет, не срочно. Исключительно по желанию. Мам, Вер, я ушел! Угу. Все? Да, все. Мишань, нам бы так контракт с развозом подмахнуть, а? Это точно. Да. Слушай, а может это вообще все одна контора? Это о чем? Ну смотри, Развозов, почтальон, киллер, а с ними еще и Светлана Геннадьевна в одной обойме, а? Как думаешь? Ты сейчас серьезно? Да, Мишань. В этой жизни знаешь, как бывает? Вроде пошутил, а никто не смеется. Сказал что-то серьезное, все ржут вокруг. Юр, я тебя не понимаю. Ну что ты понимаешь? Может, кто-то из нашей конторы на Развозова корячится? Как думаешь? Кто? Хороший вопрос. Не я, это точно. А почему ты на меня смотришь? Думаю просто, Миша. О чем? Если ты узнаешь, кто это, ты ведь мне скажешь, правда? Конечно. Спасибо, Миша. Я в тебе не сомневался. Ладно, все, дуй на контору. Работай, как грязи. Чуть что, я на телефоне. Понял. Хорошего дня. Угу. Встречался Мишаня с Развозовым. И это уже не смешно. Что-нибудь еще? Спасибо. Петр Николаевич. Привет. Приветствую. Привет. Здрасте. Ты как здесь? Да, он мотался по складам, соскочил перекусить. Бо, идем пообедаем. Я уже сел. Нет, идем пообедаем, заодно нужно поговорить. Слушай, у меня тут одна взаимовыгодная схемка образовалась. Хотел даже вечером тебе звонить. А. Ну, что ты молчишь? Да я-то по времени соображаю. Так, сейчас. Еще к шефу надо заскочить. Может, давайте вечерком заеду, а? Нет, вечером я не могу. Слушай, подождет твой шеф. Ты его столько кормил, между прочим, не без моей помощи. Поэтому ты мне должен, как земля колхозу. Твоего деда не переспоришь. Прошу вас. После вас. Моя дорогая, тогда за тобой все идут. Дамы идут впереди. Идем посмотрим, чем разговаривать. Узникам осадного положения. Такое? Ух, это все? Ничего все тебе, это все тебе, все? Да, все тебе. Нет, не сошла с ума. Тяжесть такую. Нет, все, это тебе, ешь. Слушай, Светик, я была в банке, там тебя пасут. Менеджер сказал, что их всех предупредили. Если ты появишься, сразу сообщить вот этому Мазурову. Да, Мазурову. Я так вот. Ладненько, я побежала. Вот тебе еще. Ты что, с ума сошла? Нет, я не сошла с ума. Бери. Прекрати немедленно. Нет, тебе необходимо. Все, меня здесь нет, и я побежала. Собака, пока-пока. Спасибо, все, моя целую дорогая, тебя. Целую тебя. Все. Спасибо. Пока-пока. Ой, Джек. Ты видел? Гуляем. О. Это ты опять Збруева раскрутил? Ну, скорее всего, наоборот. Я не понял, в смысле? Ну, я рассчитывал, что он выйдет со встречной инициативой, но думал, что это будет чуть попозже. Да ты психолог у нас.
Есть, малёх. Ну что, будете подписывать? А, да. Не то слово. Валентин, я не могу понять, как в тебе вот все это время дремал такой талант, а? Сам в шоке. Скажи правду. Не хочешь колоться? Нет. Ну и ладно. Так, ну что мне еще надо сделать вот в этой связи? Поставить печать и подготовить немножко денежков на стимулятор. Это ты про свой этот грабительский процент? Ну ладно уж. Да ладно, помню все. Готовь карман, если что, свистну. Гриш, так не бывает. Я не верю, что ее невозможно найти. Я не говорил, что невозможно. Я сказал, что понадобится какое-то время. Вот и все. Начинается. Ну, Юрий Викторович, поверьте, найти в таком городе человека – это большая проблема. А найти человека в этом городе, который прячется – проблема вдвойне. Поэтому... Да хоть втройне. Слушай, давай без этого фестиваля отмазок, а? Не знаю, мы делаем все, что возможно. Но отрабатываем все варианты. Гриша, я тебе бабки плачу за результат, а не за то, что ты отрабатываешь там все какие-то варианты, понимаешь? Это будь добр, удивляй меня. А не пичкай меня рассказами, как ты этого результата добиваешься. Ты пойми, если со Светой что-то случится, я не прощу себе этого. Я вон после Сереги не могу отойти. Понимаю. Ну, молодец, что понимаешь. Смотри. Хотя нет, стой. Я завтра хочу в фитнес-центр заехать. Пару часов поплавать, а то у меня спина не к черту. В общем, предупреди своих архаровцев, чтобы к часу были готовы. Все, свободен. Да? Подожди, я не брал никакой кредит. Нет. Да ничего. Спасибо. Ну, вопрос очевиден. Чего трешься у моего стола? Я искал нашего коммерческого директора, чтобы подписать бумаги. Нашел? Нашел. Здравствуйте, Валентин Владимирович. Здравствуйте, Максим Олегович. Ну, где бумаги? Да вот на столе. Хорошо, посмотрю. У меня есть личное предложение. Я вас слушаю. Еще раз увижу своего стола, сломайте руку. Понял? Более чем. Шагай. Кирилл Владимирович, можно? Ой, да кто ж тебя запретит? Я тут подумал. И давно это с тобой? Что? Давно ты думать начал. А то все больше на интуиции, да нахрапом. Ну, недавно, но успехи делаю. Ну, давай, поделись своими успехами. Этого их нам сейчас очень не хватает. Значит так, я проследил траекторию движения нашего карабина, начиная с момента его производства. Да? Ну и как эта траектория выглядит? Начинается она на заводе изготовителя и заканчивается при транспортировке на фирму, занимающуюся реализацией. Вы помните дело о пропаже грузовика, который перевозил охотничьи товары по пути в Питер? Ну, кое-что припоминаю. Вот, из этой партии наш ствол. Представляете, сплыл на нашем чердаке в Москве. Ну и что нам это дает? Ну как это что дает? Если мы выйдем на того, кто его продал, потом выйдем на того, кто его купил, потом можем накрыть всю эту сеть от заказчиков до исполнителей. Так, стоп. Давай, Паш, пока ты губу не раскатал на всю оружейную мафию страны, передай эти данные в центральную базу. А зачем? Затем, что там наверняка есть группа, которая ведет дело о пропаже охотничьего грузовика. Вот пусть они эту цепь разматывают. А мы? А мы воспользуемся их результатами. Паша, нам есть чем заняться и без этого. Что у нас с Шевардиной? А? Выяснил что-нибудь? Где она? Как? Я пробил аэропорты, вокзалы. На фамилию Шевардина в ближайшую неделю никто не брал билетов. А зачем ты пробил аэропорты и вокзалы? Как зачем? Мы же ее ищем. Ищем. Но заметь, она еще не в розыске. Ты бы еще в Интерпол заявил. Юрий Владимирович. Да ну тебя, Паша!
Мы в этом деле на первый вопрос ответить не можем, а ты уже с десятым играешься. А какой первый вопрос? Кто убил Сергея Воробьева? Думать он начал. Мыслитель. Валь, а ты что, с нами в столовку не идешь? Да не, я сегодня пропущу. Дайвер. Привет, любимый. Как дела? Куда пропал? Чего не звонишь? Да что ты закружился на работе? Устал. Дай мне то слово. Приходи пораньше домой. Я тебе массаж сделаю, расслабишься. Слушай, мне тут Маргарита Степановна разрешила на кухне похозяйничать. Я твое любимое блюдо приготовила. Ты знаешь мое любимое блюдо? Валя, ты чего? Конечно. Куриные бедрышки. Медовые корочки. Ой, блин. Аля, что случилось? Да документы только что принесли. В Самару в командировку лететь надо. Как в Самару? Да сегодня на самолете через 4 часа. Через 4 часа? Я так старалась. Ну, Вер, ну, поужинайте с мамой вдвоем. Вам же есть всегда о чем поболтать. Кстати, как мама? Нормально. Валя, ты когда вернешься? Не знаю. Давай завтра тебя наберу. Ну, все, давай, пока. А то у меня тут вторая линия. Наверное, сама Ружа звонит. Алло. Девушка, здрасте. А можно номер на сегодня заказать? Ну, хорошо, давайте люкс. Да, на фамилию Воробьев. Извините, Харьков. Наличными. Спасибо. Люкс. А чего это вам дома-то не спится, господин коммерческий директор? Скажите, Марина, а подслушивать чужие разговоры – это ваше призвание или дар? Ну, сами виноваты, Валентин Владимирович. О, интересно. И что дальше? А что бы ты хотел? Ну, услышать ответ на вопрос. А какой вопрос? Что дальше? А, дальше. Ну, сюжет, наверное, банален. А вот исполнение обещаю авторское. Скажи, Марина, что тебя толкнуло на столь ответственный шаг? Ну, наверное, изменения в тебе. Знаешь, мне всегда были интересны изменения там, где их совершенно не ждешь. Смотри. Привет! Передача «Голые и смешные» отменяется. Да? Я проанализировал картину мотивации его окружения.
Чего? Картину мотивации его окружения. Кого его? Воробьева. Ну, в смысле, кому еще была выгодна его смерть? Господи, ты об этом? Ну и что? Ну, мы много кого обсуждали, а на практике почему-то так получается, что чаще всего преступник — это тот, на кого меньше всего подозрений. Паш, Агату Кристи перечитывал? Я так понимаю, убийца Воробьева — бомж из Сан-Франциско. Нет, нет, вы зря иронизируете. Мы с вами ни разу нормально не рассматривали версию этого финансового директора Скрябина. Так какая Скрябину выгода от смерти Воробьева? Он же даже не акционер. Да вот именно, амбиции. Чего? Амбиции человека, которого не взяли в акционеры. У него, кстати, биография-то будь здоров. Он, конечно, не друзья детства, как Воробьев. Паша, хочешь, по твоей логике подкину еще одну версию? Какую? Убийца Воробьева и его секретарша. А мотив? А неразделенная любовь. Слыхал про такую? Женский гнев, он страшен. Паша, я сегодня жене обещал быть вовремя. Ты меня грузишь, грузишь. Кстати, завтра Скрябин будет здесь. Вот тогда его и пощупаешь. Все, пока. Ёпатский. Завтра. Ну, завтра так завтра. Верунь, ты чей ты расстроилась? А? Из-за командировки. Чего на тебя лица-то нет? Да так. Ну ладно, я пойду от начальства пожалуюсь. Что это такое, на ночь глядя в какую-то Самару ехать? Маргарита Степановна, дело не в Самаре. А в чем? Даже не знаю, как сказать. Ой. Вера, только ты меня не пугай. Знаете, я сегодня убирала и... Что? Вот. Воробьев Сергей Леонидович. Фотография Валина. Да господи, ты этого не видела. Запомнила? Как? Да может, по работе ему нужно. Ну все, пошли чай пить. Если вам что-нибудь понадобится, набирайте 111 по внутренней связи. Приятного отдыха. Хорошо, спасибо. Дамам? Да, Вер, правильно ты сказал, в Самару, ага. Пока не знаю, когда обратно. Ну, завтра могу сообщить поточнее. Угу. Все, мочки, давай взлетаем. Все, пока. Выключай телефон. Угу. Так нечестно, я тебя с первого раза завалил. Ты сволочь, воробей. Ну будь мужиком, ну! Ну давай, добей меня! Ну давай! Воробей, что, слабо? А я скоро Свету к тебе отправлю. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Мне очень нужна ваша помощь. Так для этого я тут и сижу, слушаю вас.
Я даже не знаю, как сказать. А вы скажите, как есть. Это же оптимальный вариант. Дело в том, что мне кажется, что мой сын так. Не мой сын. Понимаю, понимаю. Но в таком случае вы ошиблись кабинетом. Почему? Ну, потому что анализ ДНК здесь не делают. Вы меня неправильно поняли. Как вы сказали, так я вас и понял. Нет, проблема совсем в другом. А, ну, я весь во внимании. Михаил Петрович, извините, что опять отрываем вас от дел в такую рань, но сами понимаете. Конечно, конечно, я все понимаю. Начнем. Напомните, в каких отношениях вы были с Сергеем Воробьевым? Больше в деловых, я уже говорил. А вне работы как? Вообще не пересекались или все-таки общались? Ну, с семьями вроде не дружили. Нет, пересекались, конечно, и вне работы, ну, редко и по случаю, а точнее, по работе. Понятно. По работе, вне работы. В бизнесе так часто бывает. Наверное. Михаил Петрович, я, конечно, не силен в бизнесе, но, насколько знаю, финансовый директор в любой крупной компании – фигура заметная. В каком смысле? Ну, в том смысле, что люди вашей должности часто сами являются акционерами компании, в которой работают. Не так часто. Вот вам самому не обидно? Вы столько лет в компании, вам не предложили даже 0,5%. Я не понял, а почему возник такой вопрос? Просто мой коллега пытается разобраться в тонкостях акционерного распределения. Михаил Петрович, в день смерти Сергея Воробьева вы с ним виделись? Да, но я же уже говорил об этом. Извините. Майор Исаев, слушаю. Понял. Есть. Сейчас будем. Извините, Михаил Петрович, начальство вызывает. Служба. Мы вас еще вызовем, если не возражаете. А разве я могу возражать? Можете. Но лучше не надо. Всего доброго. Я вам позвоню. До свидания. Что случилось? Да там нападение на какого-то актера, то ли заслуженного, то ли народного. По-моему, сегодня Скрябин волновался больше, чем обычно. Я что-то не заметил. Я заметил. Поехали, заметил. Дверь закрой. Понимаете, Маргарита... Степановна. Степановна, да. Ваш сын находился в состоянии клинической смерти. То, что происходит в это время с корой головного мозга, одному Богу известно. Поэтому все логично. Что логично? Ну, люди меняются. У них происходит переоценка ценностей. Но какие-то моменты из прошлой жизни, они стираются напрочь. А какие-то, наоборот, добавляются. Известны примеры, когда люди, перенесшие что-то подобное, ну, открывали себе неожиданные таланты. Те перемены, которые произошли с вашим сыном, они вполне объяснимы. Но я же чувствую. Что же вы чувствуете? Ничего. Спасибо большое, вы мне очень помогли. Они говорили, 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 долго говорили. Потом пожали друг другу руки и разошлись.
Алло, Миш, привет. Да, доброе утро, Юр. Скажи, что у тебя сегодня днем? Сегодня? Встреча с нотариусом. Отмени. А что случилось? Да ничего не случилось, просто поговорить с тобой и хочу разговорить важно. Именно сегодня? Да, именно сегодня. После двух будь свободен, я наберу тебя. Все, давай. Ну так это самое. Поздравляю. Отдых незапланированный, это всегда в радость, да? Что сегодня делать-то будешь? Да, а потом? Я? Чё я? Нет, наверное. Поехали. Ой, все, брат, извини, вечером перезвоню. Чё, брат звонил? А, да нет, это со старой работы. Угу. Андрюха, водитель финдиректора. Ну это я его так братом в шутку называю. А финдиректор это, как ты говорил, Скрябин, да? Ну да. Ничего себе у вас память, Валентин Владимирович. Не жалуешь? Ну что, какие новости со старой конторы? Да как, особо никаких. Андрюха сегодня на работу приехал, а ему сразу отгул незапланированный дали на весь день. Сами понимаете, для нас всегда праздник. А у него еще ребенок маленький, так с ним посидеть тоже в кайф. Ну чего, Валентин Владимирович, куда едем? В офис? Знаешь, Слав, а давайте тоже сегодня подарок обломимся. Так это сам. Зачем вы? За шкафом. На сегодня свободен. Сам поеду. Валентин Владимирович, ну я не в этом смысле. Все, мне... гуляй, на сегодня отдых. Пока. Ну так мне отгул не нужен. Телефонную отрублю, да и сам я буду в отрубе. Как долго? Ну, не знаю, часа 2-3. В общем, пока я сам не выйду, меня ни для кого нет. Понимаю. Что ты понимаешь? Даже если ядерная бомба на Москву упадет там, или инопланетяне высадятся, меня не беспокоить. Повтори. Не беспокоить. Вот молодец. Добрый день. Добрый день. Все. Меня ни для кого нет. Понял, Юрий Викторович. Алло, мам, да, привет. Не успел позвонить. Нормально добрался? Да. В Самаре погода замечательная. Угу. Слушай, мам, мне сейчас не очень удобно говорить. Ага, на встрече. Давай, да. Да, давай, ты сам главное себя береги. Хорошо? Все, давай, целую тебя, пока.
Так, Миша, куда поедем? Да, да, Юра, я уже на месте. Да. Ну и где мы будем разговаривать? На природе. О, а чего вдруг? Да, устал я от этого каменного мешка. Поэтому, знаешь, у меня такое ощущение, что у нас в офисе все течет. Жучки. Паучки разные. Да не может быть. Ну, знаешь, лучше перестраховаться. Не, ну на природе, конечно, тоже жучки. Но они же натуральные. Согласен? Ну да, в принципе. Ну, отлично. Ну как? Чего? О, вот здесь и упадем. Ну располагайся, Мишань, что ты застыл? А? Ну как? Да, а, воздух какой. Господи, ну что за люди? Ну, везде нас свинячат. А, вид какой. Да, отлично. А главное, народа не того. Тишина. О, вот тебе и стол, и дом. Ну чё, падай. Знаешь, Миш, какие люди больше всего меня по жизни напрягают? Какие? Которые по ходу правил игры меняют. Сейчас о ком? Развозы, о ком же еще? А. Вот вроде обо всем договорились, так? Нет, Скотт, взял все, переиграл, а? Ну, положа руку на сердце, имел на это причины. Да? А какие такие его причины могут перешибить то, на что я пошел, а? Юра. Что, Юра? А знаешь, кто следующий кандидат? Кто? Света. Остановись. Ладно. Проехали. Держи, давай выпьем. Я же не пью днем. Тебе начальник разрешает. Ты же за рулем. Да сколько тут? Ну, по чуть-чуть и все. Ну, давай. Ну, давай. Ну, а сам что? Ты знаешь, ты прав. Не стоит за рулем. И вообще, Мишань, ты молодец. Так быстро к Развозову переметнулся, что я даже ничего не заметил. Не понял. Зато я, слава богу, понял. А главное, вовремя. Ну что, Мишань? Как тебе на два фронта работается-то, а? На какие два фронта? А ты не понимаешь, да? С одной стороны, Мазуров башляет, с другой Развозов. Сколько он тебе заплатил, а? Юр, ты чего? А ты смотри, все верно. Как я обещал. Сначала кашель. Потом ноги немеют.
Главное, никаких следов. Не обманул, чувачок. Ты что сделал? Ты слил меня, Мишаня. Слил, скотина. Он мне про смерть Сереги намекал. Откуда он узнал? Вот. А лучше бы ты математиком стал. Живой был бы. А нет, ты вон в юристы попёрся. Ну чё, медалист? Не срослись вектора, да? Я просто хочу спать спокойно. И ты спи спокойно, дорогой товарищ. Тихо, 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 Миша. Нет. А вот снясь с внешним миром тебе больше не нужна. Скоро. Я действую в течение 10 минут. Так что ты спокойно можешь успеть метнуться в больничку, с врачами пообщаться. Опять вы? Добрый день, Лариса Сергеевна. Опять я. Да вот хотел поинтересоваться, как там наша общая знакомая. Звонила вам, нет? Свету имеете в виду? Да, конечно, Свет. Нет, не звонила. Нет, не звонила. Лариса Сергеевна, у меня такое впечатление, что вы мне слегка чего-то не договариваете. А у меня такое впечатление, что я вам вообще ничего говорить не должна. А, значит, моя просьба была заранее обречена на провал, так что ли? Да понимаете, как хотите. Где она? Пожалуйста, выйдите из кабинета. Ой, Лариса Сергеевна, жаль.
что мы с вами не находим общего языка. Вы мне угрожаете. Нет, что вы, ни в коем случае. Сожалею, так будет точнее. И пусть ваши дети будут здоровы. Выпивали вчера? Не пью. Багажничек откройте, пожалуйста. Вам вроде не положено. У вас есть ориентировка на похожую машину. Показать? Понятно. Нарушителей нет, знака аварийной остановки нет, аптечки нет. Виноват. Это что? Мини-гольф. Чего? Да мини-гольф. Друзья подарили в офисе играть. Даже сам еще не смотрел. Давайте вместе посмотрим. Давайте.